есть люди, которые сражаются. Передай моим пациентам. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Local Game и добро пожаловать на прохождение Far Cry 6. Блин, как они, сколько тут они говорят? Я прям даже сижу на наушниках, меня не тупо перебивает. Попробую сегодня выполнить две сюжетных задания, в принципе. Эти лекарства спасут жизни многим повстанцам. Грасиас. Портовая тоже тебе признательна, хоть и скрывает это. Привезти сюда Ламораль было хорошей идеей. Молодняк расшевелит нас. Теперь нам нужно убедить Лоренцо, здешние стариканы к нему прислушиваются. Хонрон сказала, что ему нужно заглянуть в Биовиду. Но заставлять Лоренцо что-то делать, все равно, что тащить танк из болота. Боком. Я напомню ему, за что мы боролись. А ты притащишь к нему Биовиду. Хорошо. Всего-то надо тихо туда пробраться, сфотографировать все подозрительное и смыться. Выход. Надеюсь, ты умеешь делать фото. И чтобы, как там у вас, без фильтра. Без фильтра. Замечательно. И сегодня, короче, постараюсь я два задания выполнить. В принципе, вот это и вот молодой девушке. Надо потрещать. Я просто как утрещать, они так говорят, что тут надо потрещать. Надо потрещать. Так, ну тут вертолетная площадка есть? Замечательно. Кстати, где вот эти мне? Скоммунизить, блядь, это что это такое? Вертолеты. Блин, надеюсь, там нету? О, господи, что я задел? Как это называют, артиллерийские установки. Это она не так ПВО установки, которая сбивает вертолеты. А тут двухместный, да, получается? А сзади что? Ничего? Может, сумку сзади какую-нибудь положить? Прикольно так. Датчики вообще правильно показывают? Они вообще или просто для красоты? Не, они даже не шевелятся, эх. Жалко. Так, припаркуем, короче, вот здесь у нас вертолетик. Бэбэй, тигры, раз ты на объекте, попробуй там кое-кого разыскать. Кого? Габриэлу. Девушку из рыбацкой деревни. Она приносила нам еду и при... Как делать снимки? Вы серьезно? Я пол игры пошел? Вы мне говорите, как делать снимки, учите меня. Девушку из рыбацкой деревни. Она приносила нам еду и припасы. Лоренцо дразнил ее из-за татуировок и странного цвета волос. Ее визиты были нам в радость. Но однажды она сказала, что уезжает из Яры. Больше я ее не видел. Сосед говорит, вроде бы она на этом объекте Биовиды. Татухи и яркие волосы. Запомню. Грасиас. Я за нее волнуюсь. Вдруг что-то случилось. Так, пес, давай, иди сюда. Ко мне. Слышите крики? А, черт. Нет. Это что, клетки? Но для кого? Так, что это? Отчет врача. Женский пол. Организм плохо реагирует на процедуру после просмотра. Так. Бинго. Смотрите, это наручниками все нет. С людьми. Нужны еще фотки. Жесть. Бинго. Должно быть, это Габриэла. Лосьенто, Габриэла. Лосьенто. Они больны. Серьезно. Больны. Так, а если... Кому интересно, ребят, то читайте, не останавливайте, в принципе. Я просто это уже читал. Я когда на стриме здесь проходил. Я
смерти Кастильо. Недопустимо мешать исполнению его миссии, задавая разные вопросы. Кто не с нами, тот против нас. Тот под нами. Так, замечательно. Что еще нужно нам сделать? Нужны снимки для доказательства изгоя. Нужно проверить другие зоны, где держит изгоев. Ага. Вижу. Инженер. Блин, только не гайся сюда. Фух. Спасибо, что не сюда. Так, у вас двое, товарищи. Медик. Молодец. Посмотрим, что там у нас. Я вырубил уже, кстати. Я уже вырубил. Что это за красный дым? Что, я не знаю, смотрите. Булькает что-то там. Спишь на посту? Эх ты. Под водой что-то виднеется. Что за херня в этом озере? Не знаю. Так откуда лучше? Отсюда будет. Это тела. Валькараха. Меня сейчас тошнит. Кастильо, блин, ты чудовище. Нужны еще фотки Бинго. Так же их много. Беременный, что ли, толстый. Знаете, еще глупо, типа, со стороны, ну тут глупо реально, типа, выкидывать в озеро, ну, в реку трупы, просто трупы будут разлагаться, и потом, типа, вирусы всякие, знаете, чума та же самая может. Мы глупо. Мне кажется, так бы не делали бы. А, ну и камеру отключил. Чё? Так, а у кого ключ тогда? У кого-то из них ключ. Инга, обожаю тебя. Бум-бум-бас. А ну-ка мне. Что угрожает Яре, нужны сильные юноши и девушки. Помните, граждане Яры могут вновь поступить на военную службу на любом... Так, ключ карты я получил? Получил. Всех солдат Яры ждет. Пойдемте откроем. Будущее, а их родных нескончаемая слава. У меня плохое предчувствие. Свет горит. Интересно, там кто-то есть? Что у нас тут, лекарство? Лекарство нам нужно. Там что-то происходит. Надо подняться наверх, посмотреть. Лекарство от рака. Уж конечно. А. Что они на людях эксперименты ставят, смотрите, или испытывают, или ставят. Этого хватит, чтобы убедить Лоренцо. Охереть. Жалко, их спасти, кстати, не могу. Никак. Эй, тигры, фото у меня. Ты не поверишь, что делают с нашим народом. Это наша ужасно. Мятежники и предатели пытаются направить наш корабль на скал. Что там с Габриэлой? В такую бурю. Не знаю, как сказать. Ее больше нет. Как чувствую. Ладно, неси фотки в лагерь. Пора Лоренцо снять розовые очки. Угу. Только я туда даже не долететь, я могу ДТПшиться, ну, переместиться быстро. Так и, в принципе, мы время сэкономим и по времени записи, и по времени суток. Кстати, плохо сделали, что когда перемещаешься с одной точки на другую, у тебя...
время тоже не идет. Типа, перемещайся ты куда-нибудь. Знаете, как с Кареми? Куда-нибудь перемещайся, там, типа, 3 часа проходит, 7 часов, если дальняя точка. Мы были детьми Эль-Тигра. Лоренцо, я сфоткал место, о котором говорила Ханрон. Листай, влево. Они свободны? Мерда. Вот с чем борются Либертат и Ла Мораль. Можешь ненавидеть нас, но мы хоть что-то делаем. Так не должно быть, Лоренцо. Такое происходит по всей Яре. Просто этого не видно с вершины горы. Я не могу на это смотреть. Я не выбирал Кастильо. Война позади. Значит, все было зря? Эстабиен. Засомневался. Засомневался, это уже хорошо. Начало положено. Говорят, она была крутой. Ну да. А что ей не так? Сам спроси. Кстати, тут нам какая-то побочка, да? Смотрите. Некоторые с нами. А нужны все. Так, пойдем теперь в Хонров. Только лицо... Дани. Да-да-да. А ведь я равнялась на этих Ансьянос. Не трать время зря. Мы и без них освободим Элесте. Ты должен поговорить с моим боссом, Еленой, и посмотреть, чем мы занимаемся. Загляни к нам в Элегухера. Это крутецкий штаб Ла Мораль в Концепсионе. Скажи охране на входе пароль. Muerto el perro se acabó la rabia. Дай записать, я так не запомню. Не знаю почему, но она мне прям, типа, такой персонаж, нравится девушка. Я сообщу Елене, типа, что ты такой... в пути. Я даже не могу, не знаю, чем она, типа, но она вроде не сильно симпотная девушка. Есть еще симпатичней в игре, но она какая-то цепляющая такая девчонка. Так, а куда? 3000 километров. Можем до отсюда, ну, мне кажется, на вертолёт. Подождите-ка. А там по-любому этот же, да? Нет, кстати, нету. Я подумал, ПВОшка там может находиться. Так, ну что, давайте я долечу, наверное, до туда и, в принципе, включусь поближе. Ла Мораль. Я скину фотку. Секретную. Что же там такое? Она поможет тебе найти вход. Не забудь пароль. И помни про комендантский час. Внимание, жители... Хорошо, комендантский час. Привет. Привет. Ради вашей безопасности. Привет, привет. Так. Какая красивая собачка. Телк показывает сюда. Так, где? А чё он телефон не достает? Меня. А ты лишь не может быть. Я тут музыка прикольная. Так, что да как? Ляты. Глупки. Куда я вообще лезу? Короче, в церквушку я как-то не могу проникнуть пока что. Это, наверное, позже будет. Я так понял, доступно, да? Угу. Так, ну, телефон нет, не достается. Это что это у нас такое? Плакат. А, вот. Теперь телефон достался, смотрите. Странно, это все работает. Мне нужна помощь! Желтый дом, дверь. Славный перро.
Эй, малыш. Вот это похоже, да? Нет, или да. Здорово. Ну вот, да, вот. Вот эти похожи. Он не желтый, правда. Пардон. А, ну вот, пардон, пардон. Вот он желтый, кстати, дом. Все, я нашел. Убрать. Я, правда, убрать теперь не могу его. Твою мать. Что тут все криво работает. Вот реально. Нет, нет, что ты? Вот придурок. Я только так смог убрать, потому что он вообще не убирал телефон. Спасибо, да, что спасаешь, Ярл. Он мне завис, кстати, насчет этого. Не хочет убирать. Ух. Что тут? Муэрто эль перо, се акабол арабия. Кука-маркука, балям-балябука. Ага. Тут, надеюсь, не будет телефон доставать. Как из этого. Добро пожаловать в Элегухеро. Без фокуса. Call of Duty, знаете, Modern Warfare, где миссия была со спутниками. Блин, они каждый раз меня перебивают. Альфреда. Перебивает каждый раз. Не дают мысли развить свою. Здравствуйте. Я попал туда, куда надо? Нужно 6 добровольцев. Я поговорю со своими. Люди Большого Хорхе и Анны уже на корабле. Ты Елена? Мьерта. Да, они, да? Где лекарства? В смысле лекарства Либертат? Я отдал их легендам. Нет, ты отдал их пенсионерам, срущим в подгузнике на вершине горы. Зачем тебе это? Чтобы покончить с Кастильо, нужны не только пули и бойцы. Как ни крути, яранцы любят легенд. Клара Гарсия любит политику, но поднимут ли деды свои жопы? Нам нужна помощь Ла Мораль. Клара ведь не рассказывала о нас. Мы для нее дети, играющие в войнушку. Она любит трещать о будущем. Но о своем, не нашем. Клара — это Кастильо без члена. Значит, у тебя есть план получше? Сначала пули, потом политика. Тебе нужны добровольцы? Адмирал Бенитос напала на нас пару часов назад. Держит моих людей на грузовом корабле. Я пойду. Один? Не понимаю. Будем в расчете за лекарства. Спаси моих людей, там посмотрим. Угу. Что-что он сказал? Отсоси у моих людей, там посмотрим? Ты что... Ну, хотя, как идея. Чуть-чуть. Если хочешь добраться до корабля, на ферме Карбонелло... Если хочешь узнаться... Отвезет на вертолете. Так, так. Вот так? Скажи, что ты из... И вот так. Наверху тебе объяснят, как добраться. Поторопись. Не знаю, сколько у нас времени. Да, просто все интересно посмотреть. Подождите. Как необычно. Молится, я так понял, да? Просто молится. Тут телек, как всегда, не показывает ТНТ. Тут рыбки. Или что, черепахи? Что тут? Да, рыбки. Бля, рыбка какая-то еще необычная пропадает. Ноутбук завис, минуту надо перестанавливать. Ладно, пойдемте отсюда. Эй, бум-бум. Так, спасите пленников. Искать нужно на корабле восточном Конуке. Серьезно? Либертат? Да ладно, ты выручишь наших, да? Собираюсь. У меня есть расплюнуть. Знакомый фермер с вертолетом. Он отвезет тебя к кораблю. Давай за мной. Ничего не говори, пока я не приеду. И про... Возьми подсолнух. А кого удалось найти? Для ты подсолнух. Эй, малыш! Готов. Потише. Хорошая лошадка. Ты из Либертат? Ага. Я думаю, нам стоит объединить усилия. Да? Мы сражаемся и побеждаем.
Ну, у адмирала Бенитес всегда будет больше ресурсов, чем у нас. Сегодня убиваем одного солдата. Завтра присылают еще троих. А когда погибают люди из Ла Мораль, их заменить неким? Надя, да и фермеры, и другие простые люди не хотят драться, им бы просто выжить. Нам нужна свежая кровь, бойцы. А если попросить о помощи легенд? Пробовали. Хотя Буэлос тоже не хотят драки. Слышал, некоторые вообще за Кастилью. Неправда. Ну, пока я не видел, чтобы Абуэлос сражались. Я работаю над этим. Валим отсюда! Откуда у этих фермеров вертолет? Собрали из обломков сбитых вертушек. Инга. Эти фермеры полностью на нашей стороне. А другие фермеры нет? Кто как. Некоторые нет. Думаешь, мы сможем их... Что такое? Бенека. А тут сразу брелок давайте я тоже захвачу, пока я тут нахожусь. Мисс Аморес, это Росамель Факете, ваша путеводная звезда. Как там ваш политический компас сегодня? Куда показывает стрелка? Скорее, море вокруг Яры волнуется. Эх. Ты из Ла Мораль, да? Елена да? звонила. Тебя надо подбросить? Ну да, конечно, погнали. Давай. Залезай. Зажгем рок моей двери. А наперед нельзя, да? Нет. Меня зовут Каликсто. Дани. Буду лететь осторожно и не слишком высоко. Высажу тебя как можно ближе. Где ты научился управлять вертолетом? Был пилотом на действительной службе пару лет назад. Но меня выперли. Назвал капитана Камамьерда. А меня выперли из пехоты. Сержант-инструктор получил в кадык, и ему почему-то не понравилось. А, учту. Я раньше тебя не видел. Ты давно вступил в Ла Мораль? Постой! Мне сказали, что ты из Ла Мораль. Я просто помогаю им. Я из Либертад. Что расскажешь о Ла Мораль? Молодец. Посмотрим, что у нас. Знаешь эту деревню? Называется Мальдито. Реально? Проклятое? Да. Какой-то испанец выбрал название в конце 15 века. Пару месяцев назад адмирал Бенитес решил объявить рыбалку вне закона. Народ возмутился, и Бенитес казнила половину деревни. И знаешь, что сделали люди Ла Мораль? Нашли и убили всех солдатов, которые участвовали в казни. И я говорю не о засадах в джунглях. Нет, Ла Мораль узнали, где живут эти мрази. И перерезали им глотки, пока те спали. Прям как ассасины. Молодцы ребята, умные, собранные. И нервы у них стальные. Похоже на то. Это перевал Шауп. Мы следим за конвоями, которые тут проходят. И докладываем Ла Мораль. Похоже, они знают, что делают. Да, смышленые ребята. У Елены все организовано лучше, чем в армии. Ла Мораль помогает нам. Когда адмирал Бенитес начала докапываться до наших семей, Ла Мораль нам помогли. Они убили всех солдатов, которые появлялись на наших землях. Очень скоро они поняли намек. Надо выключить сигнал. Ближе не подлечу. Да и не надо. Gracias, mi amigo. Удачи со спасением пленников. Вот тебе и прямая отсылка только что, ребят, была. К Assassin's Creed. Акула, вот совершенно не вовремя. Так, а как забраться на эту? Блин, он меня так сожрет. Я из воды смогу кинуть? Нет, мне надо именно сюда.
Слушай, а как я буду вылазить, когда он там ходит смотреть? Громкая тут этот. У них музыка. Ага. Смотрите-ка, посмотрите-ка. Я же прямо ему в голову сейчас стрелял. Вот что это было сейчас? Один труп, один труп. Где-то несколько увидел. Вот теперь несколько трупов, я понимаю. Да боты, конечно, тут жестко тупые. Так, Сирена, надеюсь, вы не подрубите. Все. Две сирены вырубил. Хотя в рубке еще одна сирена должна же быть, по идее. А где ты меня видишь? Я пошел. Да пошел ты! Так, что за записка? Читайте, кому интересно. Чувак, это рэпчик. Последние девчули, да? Нам нужна помощь. Брат, кому она сейчас не нужна? Всем она нужна. Мы сейчас тут задохнемся. А где вы? Подожди, как спустить вас? Уже рычаг даже есть. Блин, а где еще чувак? Всех убили. Да не может быть, подожди ты. Мне же надо все тут поцыганить. Елена, я на корабле. Освободил всех, кого смог. Кстати, вертолет есть даже. Высылаю лодки и людей. Грасиас. Блин. А что держаться? По-моему, улетим и все. Это адмирал Бенитес.
Лжериранцы, террористас, вы попались в мою ловушку. Прямо в эту минуту к вам направляются наши отборные войска. Советую сложить оружие Малюты? И в последний раз взглянуть на народ, которому вы не нужны. Вы не станете изгоями, чтобы мирно служить Яре. Не подойдите, подойдите. Вы умрете. Где ты? Здесь и Блин. Сейчас. Что он неудобно этот летает. Вот сирена, откуда ты заиграла? Вот, не поворачивается пулемет и все. Что это будет делать? Ёшки, вот. Там в воде кто пла... Пулемета нет. Дружище, да мать твою, а вот же есть точка. Эм, блять, покажу тут я, как я по ним попаду. Не поднимается. Он сбил, нифига себе. Вперед надо стрелять, немножко, правда, не понимаю. Сейчас я собью вон тот самолет! Я тоже хочу зайца. Так, а еще самолет есть? Где же твои лодки, Елена? Так, ладно, самолеты, стой, раз, два. Ни хера, я вот ни хера не вижу. Где, где? Где? Надо было позвонить раньше. Лодки будут у тебя. Надо разделиться! Держи, Дани. Где самолет? Конь. Ага, прыгать надо. Идем! Пока не прибыли подкрепления! Расчисти путь! Тоже сваливать. Ай-яй-яй-яй-яй. Гранат. Ё, твою.
где кого стрелять? Ты за нас, за нас. Кто против нас? Чересчур много народу. Ашкере! Ух. Если чё, врезался. Так их, ребята. Елена, готова. Твои люди в безопасности. Я знаю. Значит, мы с тобой в расчете? О, да. Еще что-нибудь от меня нужно? Двигай в Элегухера. Скоро начнется заварушка. Нужно собрать наших людей и составить план. Далее. Конья. Ребята, ритуалочка, знаете, лайк, подписка и коммент. С меня видосик не болит, не чихать. Всем хорошего настроения. И на этом сегодня все. Увидимся с вами уже в следующих выпусках. Всем пока.